Здравствуйте, это первая лига, которая отправляет нас прямо сейчас в Краснодар и забытый стадион Кубань, который сегодня принимает матч, собственно, Кубани и Рубина. С этой весенней части мы будем наблюдать за тремя трансляциями первой лиги, так что давайте готовиться к тому, что футбола этого формата будет у нас достаточно. Артем Попов у мяча. Высокий навес, удар по воротам, дальняя штанга, Нестеренко был отыгран, но ему на помощь пришел защитник. Ну не знаю, может быть, какой-то изначальной команде тренера. Это неплохо. Можно и пробить в ближний угол. Будет этот удар? Нет, прострел, ворота пустые. Не успевает никто из желтых на этот мяч. А очень неплохо там слева. И неплох заброс в штрафную. Фомие пошел тоже на мяч. Несогласованность небольшая, но атака продолжается. Самошников с правой ноги в ближний угол. Зотов. Удар издали. Мяч под перекладину влетает. Ну, ВАР нам поможет разобраться. Приземлился ли он за линией ворот? Да, это гол. Это гол Зотова. Спартаковский воспитанник вот таким вот, извините, плевком отправляет мяч в самую девятку. Будто бы на прогулку на утренний с собачкой вышел. Будут разбегаться, видимо, перед исполнением. Абдоков бьет. Удар! Гол! Шестой мяч 10-го номера Кубани. Прямым со штрафного прошил, как будто бы и не было там никакого Дюпина. Между прочим, вратаря сборной в недавнем прошлом. Ну, зрители в Краснодаре разбираются. Они сказали, как будет, они все прокомментировали до и попали. Итак, подача, Рубин, это удар практически поворотом и гол! Прямым ударом с углового Артур Федоров показывает на центр. Вот такое веселое начало тайма. Ну да, Грицаенко, он стоял буквально в метре от линии. И именно его касание было последним. Да, головой. Новый заход от Рубина. Зотов снова. И опять касание. Классно вывел Лисаковича. Удар в действии вратарь. Супер комбинация. Стоял на заданной точке. Подача. Удар в ближний угол. Дюпин! Это его спасение. Он ждал там мяча. Около штанги прыгнул, отбил. Кабутов. Очень техничный удар издали. И в ближний угол этот мяч направлялся. Ну, может быть, и обман какой-то зрения был. И логично выигрывает более сильная команда, которая еще круто исполнила сегодня свои моменты. А вот удар. И это выдох по всем трибунам. И все, это финальный свисток. Ну, действительно, Кубань старалась сегодня. У нее получалась игра отрезками, а победила более мастеровитая команда.